Казах не беспокоится о том, угодно ли Богу его моление. Он делает только то, что делают другие. Встает и падает, молясь. С Богом обходится примерно как с купцом, явившимся за долгом. Это все, что имею, хочешь – бери, не хочешь – не испозьми же мне, достану тебе скот. Не будет утруждать себя, думая, ломая язык, обучаясь, заботясь об очищении веры. Это все, что я знаю, не браться же мне для учебы старости лет. Главное, не попрекнули бы, что не молюсь, а что язык коряв не беда. Разве у него язык устроен не так, как у других?